Выпускающийся с 2015 года Audi Q7 дождался планового рестайлинга. Заметно изменилась внешность и интерьер, а все моторы в стандартной комплектации получили мягкую гибридную надстройку. На презентационном видео показана машина с опциональным пакетом S-Line, но это не мешает нам разглядеть, что обновленный Q7 стилистически сблизился с флагманским кроссовером Q8. Хромированные планки на решетке радиатора теперь проложены не горизонтально, а вертикально. Усложнилась форма фар и бамперов, габаритная длина выросла на сантиметр. Багажник уменьшился на 25 литров из-за установленного в подполье литиево-ионного аккумулятора. Интерьер полностью преобразился, и физических кнопок в нем почти не осталось. Управление медиасистемой, навигацией, микроклиматом и прочими функциями возложено на пару сенсорных дисплеев. Моторная линейка тоже унифицирована с моделью Q8. Все двигатели — это трехлитровые шестерки, которые сочетаются с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Стартер-генератор с ременным приводом работает от 48-вольтовой системы, от нее же питаются электромоторы активных стабилизаторов. Раньше с кренами умел бороться только заряженный кроссовер SQ7, а теперь мехатронное шасси с задним рулевым механизмом можно заказать и на обычные Q7. Европейские продажи начнутся в середине сентября, но цены пока не озвучены. В Россию рестайлинговый Q7 приедет не раньше следующего года. Если судить по флагманскому Q8, то нас ждут минимум две вариации – бензиновая и дефорсированный под наши налоги дизель мощностью 249 сил.